как раз на пляж ходить. Вот такая накидочка. Пожалуйста, что? Да, отлично. Пожалуйста, что? Да, отлично. Юбочка кожаная, ты же недорогая. Это мне повезло. Шикарное платье. Раз в жизни повезло. Да прям раз в жизни. Но она еще и прозрачная. А какая фирма? Ну вот и платьечко купили. А сколько оно стоит? А, вот же ж. 1200 евро. Стоило, да? Стоит. Вот так, ребята, в секонд-хенде. В секонд-хенде 1200 евро. Классно? Да. По повернись ко мне. Это вообще классно. Видно нормально. Кожа, да? Новенькая. Ой, мягусенькая. Да, ну. Хорошая, да? Угу. Ну. Она теплая? Да, она такая прям. Мягенькая. Взять или себе? Она как-то увеличивает. Ну я же не могу привыкнуть, сейчас лето, мам. Чего? Это она тепленькая. Хорошенькая, да? Вот обязательно. Да. Как пиджак. Да. Короче, это вот тебе. Угу, сейчас я посмотрю. Это вот тебе, сейчас будешь надо. Угу. Такой кардиганчик. Мягенький, тоненький. Это на раннюю весну, осень. Тут такой беленький. Только что ничего не видно. Такой. Мягкий-мягкий, не колючий. Длинненький, под любое платье, под брючки. Видно, не видно. Беленький кардиган. Цена смешная. 275 гривен. Ну, по-моему, что-то мне великовато. Такой хороший. Еще и брендовый. Тоже почти новенький. Такая курточка беленькая. Что-то она стоит, правда, я не знаю. Надо посмотреть сейчас. Прекрасная. Новенькая, стеганая. То, что надо. Вот так вот. Новый завоз на осень. Классно. Так, ребята, в общем, что я взяла сегодня? Вот эту вот красивую белую курточку. Такая подкладочка. На молнии идут карманчики. Закрываются. Оп. 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 Манжетики. Вот так вот. Приталенная красота. Белая красивая курточка. Вот, ребята. Тара-та-там. Так, воротничок здесь тоже закрывается. Вот. Короче, ребята, стоит она 120 гривен. Это я вам сейчас скажу. Это 5 долларов, да? 10 долларов это 250 гривен. Почти 5 долларов, короче. Там чуть больше. 5 там каких-то центы. Ну, ребята, таких курточек можно покупать. Ну и что белое? Их можно купить десятками, носить, менять и не стирать. Ребятки, и вот такой вот полушубочек. Вот такой полушубочек. Кролик. Кролик. Подкладка вообще новейшая. Новейшая. Девочки и мальчики, 10 долларов. 10 долларов, короче говоря, дешево и сердито. Вот там, кто видит меня в зеркале,
Мягенько, совершенно, ну, совершенно новенькая. Сейчас посмотрим, какой тут у нее. Так. Джессика, фирма Джессика. Вот, если видно фокус. Наверное, видно. Короче, ребята, легенький кролик. Ничем не пахнет. На кнопочках. Вот на таких кнопочках. Ребята, что там творится? Эти перекупы, там с утра просто не протолкнешься. Мне просто повезло, я была последняя. Я тихонечко подошла, взяла то, что мне надо. Не хватало все подряд. У меня даже была возможность выбрать. Вот, смотрите, поднимается воротничок. А мягенькая. Вот. Все по фигурке. Да, это же прелесть. Прелесть, прямо кролик. Кролик мягенький, мягенький, мягенький. Вот так, ребята, как одеться в секонд-хенде. Раз такая тема пошла, снимаю, показываю. Действительно, не, знаете, есть в магазине, прям показывают вещи. А я именно показываю то, что я покупаю. То, что я беру себе. На ваш суд. Ну, как я люблю говорить. Не судите и не судимы будете. Потому что вкусы, ребята, всех у нас очень и очень разные. Потом я еще сделаю шопинг обязательно. Поеду там, где такая большая база, обувной секонд-хенд. Там можно купить все, что хочешь. Ой, ребята, даже сейчас у нас на улице жара такая. Вообще неимоверная. Вчера было 38, сегодня, наверное, все 40. Вот. Ну, я уже хочу носить свою шубку. Класс. Хорошенькая, хорошенькая, мягенькая. Тоже, ребята, недорого, $10. Так что сегодня мое приобретение шубка и курточка. Ну, а то, что дочки я сняла в магазине, вы уже увидели. Спасибо большое, что побыли с нами. Всего вам доброго, до новых встреч. И подписывайтесь на наш канал. Почему говорю на наш? Потому что доченька моя тоже со мной участвует здесь. Так что всего доброго, до новых встреч. Пока, ребята. Mm-hmm.